Всем привет! С вами снова Евген, канал Бриолина Мания. Сегодня у нас обзор. А если быть точнее, обзор матовой глины от Маэстро. Маэстро делают эту глину в двух емкостях, 75 грамм и 135 грамм. Вы сейчас видите 75-граммовую. Вот такая вот консистенция, может показаться слегка густоватой, но наносится прекрасно. Имеет определенную липкость. Ну, как видите, я уже подготовился заранее, намочился, в общем, готов сушить ее феном. Да, эта глина сушится феном. Для начала возьмем совсем чуть-чуть в качестве престайлинга и будем ее сушить. Ну вот так, я думаю, что хватит. Пока. Растирается она прекрасно. По поводу запаха скажу позже. Наносим вот так вот с задника. Не вмазываем в челку. Вот все-таки Евген не был бы Евгеном, если бы не вмазал еще. Да, ну совсем чуть-чуть. Сегодня мы делаем простую, естественную укладку, незаметно. Все, как вы любите. Я даже не буду сегодня использовать Афропик, ту самую замечательную расческу. Сушим. И вот здесь, видимо, нужно сделать небольшое отступление, так сказать, лирическое. Для того, чтобы эта глина стала лучше фиксировать, ее нужно подсушить холодным воздухом, потому что в составе присутствует замечательный ингредиент бентонит. И он схватывается от холодного воздуха. Поехали! Ну и сейчас вы можете наблюдать вполне себе естественный финиш, да, который обладает определенной пластикой. Можно перекладывать, управлять, да, то есть на эту сторону. На другую сторону, ну, в общем, как хотите. Однако, если говорить о нанесении на сухие волосы, естественно, в качестве основного стайлинга я возьму еще... Блин, вы не поверите, сейчас, походу, получится матовый помп на глине. Вот так-то. А можно, кстати, и текстуру замутить. Вполне. Ну и, естественно, чтобы она получше схватилась, попробуем добавить холодка. Смотрим крупняк. Короче, я вмажу еще, ну что уж там. А, кстати, пластики появилось больше. Но, смею заметить, да, то есть вот. Определенная жирность могла появиться, да, из-за того, что я уже совсем дохренище вмазал. Но сейчас попробуем это все сделать, опять-таки, с феном. Посмотрим, что получится. Опять же, я еще взял. Ну а что мелочиться? Тестировать так тестировать. Вот теперь вот такая пластика, которая вот мне на самом деле больше всего нравится. Почему я ее люблю мазать много? То есть вот сейчас с ним можно делать вообще что угодно. Смотрите. Вот. И теперь делаем широкими зубьями такую текстуру, прочесываем. И по факту с этой глиной, блин, да это помп, ребята. То есть этой глиной можно сделать помп. Более того, скажу, что производитель заявляет такую позицию, что можно использовать и для удлиненки. Но опять-таки, чтобы, да, она схватилась и заматировалась, холодный воздух. Ну вот, как-то так. То есть по факту это помп, который вполне себе, естественно, выглядит. Итак, давайте прорезюмируем. В общем, что я могу сказать по поводу этой глины? Да, заявлена у нас сильная фиксация. Фиксация действительно для уровня глины вполне себе сильная, да, то есть
Я могу трясти головой, могу трясти вниз головой, могу поправлять. Да, кстати, вот сейчас при таком количестве, да, она стала схватываться, да, то есть поправляется она уже сложнее. Но никто же вас не просит мазать столько, сколько мажу я. Короче, заявленная сильная фиксация вполне себя оправдывает. По поводу финиша, да, по поводу блеска. Все боятся блеска. Ребята, почему вы боитесь блеска? Не нужно бояться блеска. Волосы и так сами по себе блестят. Это нормально. Это абсолютно матовый финиш, как и заявлено. Вы сами все видите прекрасно, да. Ну, может, на меня сейчас светит лампа, я там потрогал руками что-то, да. Но в целом, как я и говорил, да, если вы проходитесь холодным феном, блеск исчезает. Как таковой, даже если он у вас и появился. По поводу запаха, что могу сказать? Ну, изначально, да, то есть вот у меня банка из первой партии, запах похож там, как вам сказать-то, ну вот помните кофе в школе, да, или может у кого-то в детском саду, я вот там не знаю сколько вам лет, ну вот такой запах, то есть он сладковатый, чем-то таким отдает, в общем ностальгически, я бы сказал, но... Ну, на самом деле, чуваки сейчас уже заморочились, да, на тот момент, когда я снимаю этот обзор, они сделали уже несколько партий, и, то есть, запах стал одеколонным. На данный момент он такой же, как у черного маэстро, обзор вы можете посмотреть здесь, вот, то есть, просто одеколонный запах такой, ну, приятный, хороший, да, очень ненавязчивый и долго не летает, кому-то плюс, кому-то минус. Однако, чуваки решили заморочиться совсем и заказали аромат у замечательной фирмы Dior. То есть там должен быть теперь супер лакшери одеколон. Я надеюсь, что, может быть, они его сделают даже чуть посильнее, чтобы не пользоваться основным, так сказать, ароматическим средством. По поводу смывабельности все очень просто. Смываете обычной водой. Так, еще один важный нюанс. Я хотел сказать, что эта глина, она... Если вы не моете голову каждый день, она может вам и на второй день дать определенный уровень пластики, да, и вы сможете поправить прическу, вот встав с утра, вот так вот просто взять, так, уснул, проснулся и взял вот так вот, что-то поправил, там фенчиком посушил, нормально, пошел дальше, даже не нужно довмазывать ничего. Вот, я об этом говорю. В итоге мы имеем глину с абсолютно матовым финишем и сильной фиксацией. Если вы хотите приобрести данную глину, ссылка в описании. Все расскажем, все покажем и так далее. Короче, крутая глина, чуваки. А с вами был Евген Хонкитонг, канал Бриолина Мания. Всем пока!